Ребятки, всем привет! Давненько не снимал я вам клэша на самом деле, ну, точнее, не показывал вам свою базу вообще очень давно, больше как месяц, наверное, прошел. В общем-то, вот такая вот у меня база, никак я ее еще не перестрою, она, наверное, с ТХ-7, наверное, как-то достроилась на... С ТХ-6 достроилась на ТХ-7. В общем-то, дело близится к фуловому ТХ-7 уже. То есть вышечки вот прокачал, вот вторая Тесла качается на максимальный уровень, мортиры все максимальные. Единственное, что я, в чем я отстаю, так, все, так, одна вышечка мне еще осталась, лучниц прокачаться, ну это копейки, скажем так, 720 тысяч всего лишь. Визарды у нас максимальный левел. Как бы что-то мне еще остается. Ну, воздух у меня отстает конкретно. Я сейчас взялся за воздух, но это там как бы недорого, по 500 тысяч. И пушечки тоже там по 400 тысяч. В общем-то, то, что мне осталось по исследованиям. То есть это у меня максимум по исследованию, вот что у меня осталось. Ну, сейчас я качаю зелье. Качаю зелье, в принципе, бомберов качнуть, зелье, и в общем-то, с этим все. Ну, в принципе, еще он... Ну, черную казарму, конечно, я еще не брался за нее. Я ее только поставил. Улучшить я ее не могу. Наверное, я ее улучшил, да. Улучшил на один уровень. Дальше улучшить не могу. То есть, казармы. Еще одну казарму мне нужно увеличить, чтобы были у меня там драконы в четвертой казарме. Так, это байда максимальная. То есть, на следующем уровне у нас будет что? Джамп и заморозка. Так, ну... Что еще я могу улучшить? Вот эту байду не могу улучшить. Так, шестой уровень. Здесь будет шестой уровень. Ну и 2/5. В принципе, можно еще два лагеря прокачать по 750 тысяч. Но это тоже как бы уже не так уж много. Это не 2 миллиона, как нужно на зелье там, на мое одно. Ну, какое там мне зелье надо? 2 ля... 1 800 000 нужно на ускорялочку. Ну, а ускорялочку будет 160%. Так, ну, в общем-то, думаю, все, я вам показал, что вот эту хрень тоже уже, кстати, нельзя улучшить. Максимальная вместимость черного мне 20, а сколько нужно на следующего короля? 17 500. В принципе, я могу еще короля качнуть. Короля качнуть, ну, основные такие сложности будут, наверное, у меня с черным эликсирчиком. Потому что нужно качать свиней, пек нужно качать. А, пеки, подожди, мне пек у меня еще даже нет, наверное. Нет, мухи, не знаю, мухи пока не буду качать, пока я не нацелен на ихнюю атаку. Хогов нужно качать, конечно же. Но я еще тоже не умею ими атаковать особо. Не было возможности, так сказать, отрепетировать. Забор, как видите, у меня уже практически весь фуловый. Седьмой. Там осталось не так уж много. По краешку, ну а по краю, честно говоря, крайний забор, вот первый барьер, особо даже и смысла качать нету, как по мне. Его легко взорвать, любой забор легко взорвать бомберами. Так, ну я тут болтаюсь где-то в первой, но ну, я был во второй золотой уже. Я был во второй золотой, по-моему, опустился. Атакую в основном, либо, когда нужен черный, то атакую гигами луками. Плюс бомберы, плюс хилка, плюс король. А когда нужен просто эликсирчик, то бегаю просто луками и варварами. Это самый эффективный способ. Дешевая армия. Даже без ускорялок, без ничего, там 30 тысяч на армию может собирать 200-300 тысяч эликсирчика. На данный момент это актуально, четвертые луки варвары. Так, ну а теперь я хотел вам показать две интересных атаки. Две интересных атаки моих соклановцев. Так, Валентин 6.10 кинул вот такую атаку ближе к 12 вот ночи, я ее увидел. И что у нас есть? 12 магов, третьих немножко луков и 5 пек. Первых 5 пек и король третий, такой как у меня. Против короля четвертого, кстати. Да, я тоже понятия не имею, как атакуют, собственно говоря, пеками, но просто интересно. Да, 4 пеки идут первыми. И, в принципе, вместе с ними идет король. Я думаю, здесь можно и ускорить это все дело, как бросается и ускорялочки, да? С пеками у нас бегают ускорялочки. Так, одна пека отделилась, ей кранты.
быстро наступили при том. Так, ну, что так, пошли по периметру, бросилась еще одна ускорялка. А, и хилка пустилась, да, хилка второго левела, мне тоже, кстати, хилка второго левела. По-моему. Так, ну, что там, воюют. Маги, маги бегают, пека одна, две пеки еще живы, да, вот одну уже нет, осталась одна пека, которая, а, две пеки, которые пошли по краю. Король, кстати, разменялся, да, разменялись короли. Тут можно, думаю, еще ускориться, вот две пеки пошли по краю, раз, два, раз, два, раз, два. Так, ну по ним вот, вот по пекам, знаете, не так сильно бьет мортиром, как вот эта обычная пушечка. Просто их замесило, да. Ну, прикольная атака, смотрите, 460 тысяч золота и 400 тысяч элика. А, тут... А, нет, всего лишь здесь черных забран. Мне казалось, что черного было под 1000, но нет. Черного было так, и еще у меня есть одна атака, вообще, чисто по фану. Чисто по фану прислал Рекс. Смотрим, в чем тут фишка. Так, а теперь смотрите вниз. Это вся полосочка. Это, наверное, все возможные войска, которые здесь только есть. А, притом они всех по две штучки. Это есть такой какой-то микс, что ли, прикольный. Правда, седьмой король, четвертая королева. Два хила, две ускорялки, четвертых. Ведьмы, валькирии, кабаны, миньоны. Мухи, короче. Пеки, драконы, третий, кстати. Хилка тоже третья. Маги, пятые. Шарики, пятые. Бомберы пятые, гиги пятые, в общем, варвары шестые. Ну, давайте смотреть на это все дело. Так, вот побежали. Варвары, гоблины, гиги, шарики, драконы, две хилки. Так, две пеки, валька побежала. Так, две ведьмы пошли. А, создали свою встречку, да, кстати, ведьмы тоже еще особо не видят. Полетели драконы, бросается ускорялка, бросается хил. Так, а до кого там ускорялка бросилась? Туда еще никто не дошел. Ага, под вальку и под пеку бросилась. Так, вот интересно все идет. Два хога там тоже что-то дубасили молотком. Король, дракон идут в одной куче с пеками. То есть это очень хорошо. Ну, королева гуляет, как обычно, сама по себе. Там где-то идет даже гиби еще до сих пор живой остался. Вместе с кабаном на пару гуляли. Так. Ну, вообще такой микс, просто ебжон. Все с одной точки выброшено, ну, так немножко под контролем зельями. А, в общем-то, брошено все просто в одну точку. Так, ну и, в общем-то, снесли, сколько, половину базы, ровно 50% снесли. Ну, это была чисто фановая атака, но, кстати, 1500 черного эликсира было забрано. Так что вот такие вот у нас дела были, ребятки. Что ж, ну, на этом, думаю, пока все. Не за горами у нас переход на ТХ-8, ребятки. Всем пока.